Всем привет, меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Сегодня моя любимая рубрика «Гитарист поет любую песню, чат рулетки». Буду абсолютно все исполнять, все, что будут говорить люди. Для этого, конечно же, нужен огромный багаж песен, и он у меня вот здесь. Не зря все эти годы я пел тысячу разных каверов, и все они сегодня пригодятся. Итоги розыгрыша видеокурсов подведу у себя в Инстаграме. Для участия в этом видео поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал. Погнали! Привет! Такой ты сладкий, привет. Кажется, я тебя знаю. What? Я тебя тоже знаю. Ты забыл, что ли? Переписывались же уж как-то в Инстаграме. Что? А ты петь будешь, одетый или раздетый? Подожди, ты как тебя раздетый? Зовут? Как тебя зовут? Раиль. Вау. Ты случайно на YouTube видосики не выкладываешь? Нет. Чё ты врёшь-то, ну вот, в наглую? Значит, похож. Очень похож. А есть любимые артисты? Я вот песни тренируюсь, я хочу багаж пополнить, для этого всякие песни пою. ЛСП. О, прикольно. Прикольно, сейчас надо придумать только, какую песню спеть. А какую ты знаешь? Порнозвезда? Давай. Добро. Все твои сюжеты, вина в объективе. Сколько они стоят, Мальборо Мартини? Рисуешь мне сюжеты, но ведь мы не в фильме. Я знаю тебе цену, Мальборо Мартини. Ты же порнозвезда. Просто вообще. Красавчик. На самом деле, вот очень парень на тебя похож, реально. Тоже в чат-рулетке сидел, играл на гитаре. Да? И я вот, ну, очень-очень давно я смотрела его видосы. Я сначала подумала, что это он. Вот этот, что ли, который? Вот этот? Я украл у него вот этот диплом за отличие. Жук. У нас в Инстаграм. Удаляй! Никто вам по-любому эту песню не пел. Да нам вообще никто, нам не, вообще пел. Никто не пел, да. А, вообще не пел, ничего себе, я первый в вашей жизни. Привет. Привет. Что делаете? Мы сидим, придурочек. Опа! Да нормально. Что играть умеешь? Я... такую игру придумал, я просто пою все, что мне говорят. Ну, стараюсь, по крайней мере. Челлендж. Кого вообще слушаете? А все, всех. Сейчас я скажу. Sad Love. Блин, да что за издевательство? Мне все, каждого вот называют чат рулетки. Sad Love, там... Маригу. Маригу. Я, если честно, не люблю ее. У вас по женским, да, только? Может, мужских вспомнить? Не, мужских я тоже знаю, но я их не очень люблю. Фогель. 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 Ну давай попробуем. Дуракам везет, поэтому дурак я. Ведь найти тебя смог среди тысяч миллиардов. Судьба им повезло. Это уже не важно, важно лишь не потерять тебя. Не потерять тебя. Дуракам везет, поэтому дурак я. Ведь найти тебя смог среди тысяч миллиардов. Судьба им повезло. Это уже не важно, важно лишь не потерять тебя. Не потерять тебя. Классно. Это охуенно, да. Научи нас играть на гитаре. Легко, у меня есть видеокурсы по гитаре и вокалу. Сейчас, подожди. А, у тебя гитара даже есть. Паш, я возьму гитару, пожалуйста. Девчонки хотят научиться играть на гитаре, и есть несколько способов. Первое, это пройти мои видеокурсы по гитаре и вокалу, которые находятся в описании под видео. Второй способ, самый простой, это скачать приложение Timbro на ваш телефон, в котором вы сможете научиться с самого нуля играть первые аккорды, первые мелодии, упражнения гамки для развития беглости и найти кучу полезного материала, и все это в вашем кармане в виде приложения. Круто, да?
даже показывается от лица первого гитариста, как, помните, у меня раньше на уроках то же самое было, на самых первых уроках. Мою фишечку взяли. Приложение слышит все, что вы играете, поэтому подключать ничего не нужно, просто открывайте мелодию или урок и просто играйте. Привет, привет, Ули. Привет. Сыграем мне что-нибудь такое? Кто твой любимый артист? Чувак, да я диджеем работаю, я так по электронщине какой-нибудь. А ты мне что-нибудь такое приятненькое сыграешь. Приятненькое? Да. Смотри. Проснулся в темноте, это всего лишь сон. Мгновение назад я был уверен, что влюблен. Только растопи мой лед, и пусть угорит огнем. Ночью я живу, но как же я несчастен днем. Проснулся в темноте, это всего лишь сон. Мне не нужна реальность, обрати на меня взор. Детка, да, да, снова без тебя я словно слон. Уснул бы навсегда, твои глаза увидел снова. Круто, круто, очень круто. Молодец, прям вообще. А ты диджей в каком городе? В Владивостоке. А, здорово. Оставишь свою инсту? Давай оставлю. Сейчас я тебе напишу ее, подожди. Каково быть диджеем-то? Сложная работа. В ночь уходишь. Добавь в свой плейлист мою песню. В клубе крути, если не сложно. Или окей. Там этот. Знаешь, я подожди. Напишу тебе название песни. Ну, она, типа, неплохо так разошлась, но в клубах я еще не слышал. Окей, я заскринила. Если как-нибудь в клубе включу на какой-нибудь автопаде в курсе, я тебе это видосик скину, да, засниму. Да, я тебе напишу тогда. Давай, круто. Давай. Спасибо. Все, давай, давай. Покеда. Пока. О, привет. Привет. Как бухается? Ну, бухается как сейчас. Про что? По глазам твоим видно же. Спасибо. Ну давай, спою вам что-нибудь, чтобы вам повеселее было. Давай. Иначе я сам засну, заколебался уже здесь сидеть. Ну, назовите любимого артиста. Назвай это. Давай, хорошо. Точно? Да. Так. Из старого чего-нибудь, да? Да, давай. Лес с деревьями до луны. Дождь ствол мелкими каплями прогонит гостей. И среди всех своих остались лишь самые стойкие. На мятой траве, устеленной покрывалами, вокруг все выпито, скурено. Девчонка с глазами пьяными, ответь, что ты задумала. Когда я шел на дым костра, к лунной луне, по глухим местам, на шорох теней, и тут же на мой крик друзья кричали в ответ. Впереди сверкал пламенный свет. Эй, дам-дам-дам, эй, дам-дам-дам, эй, дам-дам. Кстати, слова совпали, да? Девчонка с глазами пьяной. Прикольно очень. Спасибо. Или вы ожидали другую песню? Нет, мне это зашла, да. Привет. Ой, сыграй король и шут. Нифига у тебя запросик. Давай, сыграем. Это кукла колдуна, да? Да, а ты хотел? А ты что хотел? Ну давай кукла колдуна. Мне кажется, это с Ютуба, нет? Нет, дома. С Ютуба, ну типа, ты в Ютубе снимаешь? Ты в Ютуб снимаешь? Нет, не снимаю. Вообще, по-моему. Да? Странно. Погнали. Темный мрачный коридор, я на цыпочках, как вор. Пробираюсь, чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. В чью комнату тайком желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдей.
тебе охотиться на людей. Спасибо. Мне, кстати, недавно по почте прислали, блин, вот такую вещь, знаете, что это такое вот? Я ж говорю, это он, а ты мне не веришь. Я ж говорю, ты мне не веришь, я говорю, похоже, я же он. Я об этом тебе говорила, ты понимаешь? Я пою, она такая, очень похож, очень похож. Я говорю, это он, а ты мне не веришь. Я... Охренеть! Я его видео смотрела, потому что... Блин, пипец. Пипец. Я в шоке, вот я, вот честно, я сейчас в шоке. Классно. Блин, ты очень классный. Блин, это вообще капец. Я в шоке. Вы что, типа, видосы видели, да, мои? Да, да, естественно, мы смотрим. Здорово. Хотите попасть в выпуск? Да, очень хотим. Куда там что делать надо? Куда что делать? Ален, положи, пожалуйста, Ален. Это чья гитара? Это папа и подруги, да. А, и скоро она разломается, видимо, под твоей... Типа да. Да. Не надо, блин, положи. Вот так можешь взять, вот тут так. Это, вот, видишь? Это сверху вторая струна на втором ладу. Смотри, вот здесь первый лад, вот здесь второй лад, третий, ну, вот так двигается, да? Тебе вот надо на втором зажать пятую, верхнюю, ну, вот, самую сверху. Верхнюю? Ну, нет. Почти. Вторую сверху. Вторую сверху и третью сверху. Ну... Да, зажала. Вот и бей. Так. О, получается. Садись, два. Классно. Это вот аккорд, с которой начинается какая-то песня. Допустим, Кассандра, да? Моя дикая Кассандра, игривая патра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее, я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая патра, затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее, я рядом был и верил, аллегориями съедены будут эти пираты. Привет. Привет. Что делаете? А, что чай пьете? Нормально. Это не чай, это кола. А-а-а. Ну немножко не за здоровый образ жизни, хаваем после шести, понимаешь, о чем я? У вас есть любимые артисты? Или типа вы меломаны? Меломаны. Ну, ну да, меломаны. Может, назовете кого-нибудь, кого можно спеть? Могу спеть. Макс Корж. Да? Да. Давай. А продолжение данной реакции смотрите в моем инстаграме Раиль Арсланов. И обязательно подпишитесь, потому что инстаграм я использую как первое приложение, куда нужно заснять сразу что-то интересное. На улицу увидел или поделиться нужно. В общем, много лайфхаков, сторисов из моей жизни, поэтому будет интересно. Еще раз напоминаю о розыгрыше 5 видеокурсов в мою школу гитары и вокал. Для участия нужно всего лишь поставить лайк, написать любой комментарий и подписаться на канал с колокольчиком. Ребята, давайте, кстати, перехитрим YouTube. Вместе сейчас отпишемся и заново подпишемся, чтобы он понял, что есть активность на моем канале. Давайте попробуем. Пишите, какая реакция, какая песня вам понравилась больше всего. В чат-рулетке с каждым разом сложнее снимать, поэтому пока что вот такие вот реакции попались. Всем до скорых встреч, пока!